колдовал. Это, блин, какая-то дыра в центре Земли. Блин, прикольно. Интересно, что там? Сейчас узнаем. Ты что творишь? Он же разобьется. Да ничего с ним не будет. Ты забыла, что он кот, который всегда приземляется на лапы. Да при чем тут это? Ты что, отсталый? Ты видел, какая тут высота? Да ладно, не ори. Эй, Корж, ты живой? Ты слышала? Я же сказал, с ним все нормально. Короче, ты как хочешь, а я тоже спускаюсь. Эй, ладно. Ого, где это мы? Не знаю, но я хочу узнать. Побудь пока здесь, мы скоро придем. Мы уже 5 минут идем, а конца так не видно. Ты это слышал? Ага, походу это Корж. С ним что-то случилось. Блин, где он? Кажется, кто-то утащил его в эту дыру. Вот крутяк. Надеюсь, это был какой-то страшный подземный монстр. Погнали его искать. Эй, погоди, может позвать на помощь? Оно ведь и нас может утащить. Кисель, блин, куда ты убежал? Ну, здравствуй, киса. Здравствуйте. А что это такая маленькая окошечко делает одна-то глубоко под землей? Да, я тут с братьями гуляла. Ну ладно, мне уже домой пора. До свидания. Ну куда же ты торопишься? Побудь со мной еще немножко. А ну ушел с дороги, глиста, а ты без глаз останешься. А вот это ты зря. Корней Корнеич не любит, когда на него кричат. Вот это ужас мне приснился. Хорошо, что это всего лишь сон.